Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по ОСН при изъятии у налогоплательщика земельных участков и объектов недвижимости для государственных нужд. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Рассматривая эту ситуацию, Минфин однозначно приходит к выводу о том, что сумма возмещения, которая получена из-за того, что у налогоплательщика изымаются земельные участки и объекты недвижимости, она подлежит включению в базу по упрощенной системе налогообложения. Но здесь интересен и другой вывод. Дело в том, что налогоплательщик в письме ссылается на постановление Высшего арбитражного суда, исходя из которого можно сделать вывод, что полученные денежные средства за изъятие объектов недвижимости не должны включаться в облагаемую базу. Ну, там, правда, это постановление относится к налогу на прибыль, но его можно также применять и к упрощенной системе налогообложения. Вместе с тем, Минфин полагает, что данное постановление, оно принято с учетом конкретных обстоятельств и не может распространяться на аналогичные ситуации. На самом деле, такой подход достаточно спорный, но в любом случае налогоплательщикам необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.